много разноязычных музыкантов, джазменов вокруг и около Музея современного искусства Одессы, МСИО, что на Белинского 5, это открытие недельной выставки Владимира Тарасова. И все они пришли из фестиваля Master Jam Fest. Такое простое и емкое название для выставки 60-е. Но именно тогда произошел едва ли не взрыв творческой активности, возник феномен новой академической музыки, основатели которой были и художниками, создавали инсталляции, делали перформансы, а сколько возникло новых направлений в самой музыке. Thelonious Monk, Joan Baez, Beatles и другие, много чего. Такой же подъем был и в визуальных искусствах. Появился видеоарт в 1963 году. И все это благодаря исключительно социальным подвижкам в обществе. Владимир Тарасов – столь же многомерная фигура в современном искусстве. Будучи перкуссионистом, он как барабанщик играет авангардный джаз, но и создает видеоинсталляции, три из которых только с 5 по 11 июня можно увидеть в Музее современного искусства. Там 60-е явлены на фоне макового поля, такого яркого, красного и небезопасного. Литовский автор образован, сведущ во многих областях новейшего искусства, но в первую очередь он джазмен. Сама выставка Тарасова стала возможной благодаря международному джаз-фестивалю Master Jam Fest, а потому на открытии говорили на испанском, греческом, немецком, английском и, главное, понимали друг друга.